Фриц Шахермайер Руск, 26 декабря 1987 года, Айзенштадт, австрийский историк, специалист по древней истории, один из старейших антиковедов Австрии. Научные интересы Шахермайера затрагивали многие периоды истории Древнего мира. Однако наибольший вклад Шахермайер внес в исследование ранней истории Балканского полуострова и деятельности Александра Македонского. Биография. С 1914 года Фриц Шахермайер изучал науки о древности в Граце, где он учился в том числе у Адольфа Бауера, в Берлине у Эдуарда Мейера и в Вене, где его преподавателем был Адольф Вильгельм. В конце 1915 года учеба Фрица прервалась, и он отправился на фронт. Шахермайер служил в Трансильвании, Малой Азии и Месопотамии, где проявил интерес к истории Древнего Востока. В 1920 году Фриц Шахермайер закончил образование в Инсбруке у Карла Леманхаупта, защитив диссертацию на тему отношений между Египтом и Передней Азией. С 1919 по 1929 годы преподавал в Инсбрукской женской гимназии. В 1928 году защитил докторскую диссертацию по ранней истории этрусков в Инсбрукском университете. В 1929 году на основе этой диссертации опубликовал свой первый труд. В 1931 году Шахермайер был назначен профессором истории Древнего мира в Йенский университет, сначала как экстраординарный профессор, а вскоре возглавил кафедру. Приглашение Шахермайера на кафедру Леманхаупта в Инсбрук потерпело неудачу, вероятно, по финансовым причинам. В 1934 году Шахермайер претендовал на место Адольфа Вильгельма в Венском университете, но предпочтение было отдано Йозефу Кайлю, скорее всего из-за симпатии Шахермайера к национал-социализму. С октября 1934 года по март 1936 года Шахермайер занимал место декана философского факультета в Йене. В 1936 году стал ординарным профессором Гейдельбергского университета вместо изгнанного за расовую неполноценность Огена Тойблера. В 1941 году перешел в Градский университет. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, был уволен на пенсию из-за своих национал-социалистических взглядов. Однако в 1952 приглашен на место Йозефа Кайля в Венский университет на кафедру греческой истории, археологии и эпиграфики. В 1963 году вышел на пенсию, продолжая возглавлять кафедру до 1970 года. В годы Третьего Рейха Шахермайер представлял собой весьма сомнительную фигуру и был известен как один из самых незаурядных национал-социалистов среди историков. Уже в 1933 году Шахермайер начал активно интересоваться политикой и был, по собственному признанию, одним из учредителей национал-социалистского боевого кольца немецких австрийцев Рейха. Попав под влияние нацистской пропаганды, Шахермайер поддерживал идею немецкого национал-социализма докладами и публикациями научного и культурно-политического плана. В частности, в 1933 году он опубликовал в «Народном обозревателе», печатном органе НСДАП, статью о нордической личности вождя. После выхода номера он даже лично отправил один экземпляр рейхсминистру внутренних дел Вильгельму Фрику, ответственному за вопросы высшего образования в стране. В прилагаемом письме он упоминал о следующей намеченной работе: попытаться обосновать национал-социалистскую идею как неизбежное следствие хода истории. В том же году Шахермайер написал статью «История древнего мира как всемирная история северных народов» в работе Ахейцы и Хеты о ранней истории народов Греции и Малой Азии. Шахермайер использует российскую терминологию и утверждает о превосходстве ТНН германских народов. В его энциклопедической статье об афинском тиране Писистрате встречаются утверждения, что Писистрат по своей крови в значительной степени имел северные показатели. После 1945 года Шахермайер никогда не вспоминал об этих своих публикациях, однако лишь в книге «Александр Великий. Гений и власть» наметился перелом во взглядах историка. Шахермайер больше не героизирует личности в истории и в своей работе приходит к выводу, что Александр оставил довольно мрачный след во всемирной истории. Вторая книга Шахермайера об Александре Македонском, небольшая монография «Александр в Вавилоне и организация государства после его смерти», посвящена последнему периоду жизни Александра. В этой книге историк пытался подвести итоги правления Македонского, описать результаты его деятельности. В то же время Фриц Шахермайер отказывается от своих прежних убеждений. В его новых публикациях ничего не говорится о роли нордической
стратегического элемента в создании греческой культуры. Многолетние исследования жизни и деятельности Александра Македонского увенчались написанием объемной монографии «Александр Македонский. Проблемы личности и деятельности Александра», изданной Австрийской академией наук в 1973 году. В 1984 году этот труд в сокращенном варианте был издан на русском языке. Фриц Шахермайер был членом Австрийской академии наук и членом-корреспондентом Гейдельбергской академии наук, имел звание почетного доктора Афинского и Венского университета. Вплоть до своей смерти Шахермайер продолжал активную научную деятельность, выступая на конференциях и с публикациями. Труды и Траскеш Фруджишичт, Берлин, Лейпциг, 1929, Зурасес und Kulturen Minuschen Kreta, Карл Уинтер, Гейдельберг, 1939, Lebensgeschichtliche in der Geschicht, Versuchene Einführung in das Geschichtsbiologische Denken, Klostermann, Frankfurt, M. 1940, in der Germanien und Orient, ihr Kulturell und Machtpolitische Auseinandersetzung im Altertum, Stuttgart, 1944, Alexander der Gross, Ingenium und Machtpostet, Grasselsberg, UN, 1949, Alexander der Gross, Das Problem seiner Persönlichkeit und seines Wirkens, UN, 1973, на русском языке с сокращениями Шахермайер Ф. Александр Македонский, М. Наука, 1984, 384 секунды, Гречиш Джешичт, Мит Бессон дер Эрберг Штигунг дер Джиестис Джешишт Личен унд Калчер Марфладжи Шансус Минейнджи, Калхаммер Стадгард 1960, Переклес Калхаммер Стадгард Берлин Коулмейнс 1969, Джиестис Джешишт дер Переклейшен Зейт Стадгард Берлин Коулмейнс 1971, Дитраджик дер Воллендунг, Стирбунт Уэрден дер Вергангенхейт, Европа и Мугерджгриф дер Джи Генвард, Каска Уен Берлин 1981, Эйн Лебен Звишенойс Синшафт Тунд Кунс, Хряк,